Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на гагдропчик. У меня на бальке 20 997 рублей. А в прошлом видосе мы дохрена слили баланс. Если честно, даже вспоминать про это не хочу, потому что я потом, мне кажется, еще часа 3-4 просто отходил от того, сколько мы слили. Надеюсь, сегодня мне гагдропчик будет выдавать куда лучше, чем в прошлом видосе. И полетели со старта, наверное, откроем новый кейсик «Воин драконов» 5 штучек на 10 тысяч рублей. Этот кейс вроде вчера загрузили или позавчера. А когда кейсы только выходят, первое время они хорошо окупают, потому что людей надо заинтересовать кейсом. Последняя стоит 2800, я думал, дороже. Ладно, моя теория тут что-то с первого раза не сработала. Давайте еще 5 штук. Maybe со второй попыточки из 5 кейсов меня уже хорошо окупит. Да что ты мне выдаешь, мужик? Не, он хреново выдает. Но золотая спираль, если прямо с завода, статрековская. Но 8900, это опять минус, к сожалению. Продаем, открываем еще 5 штук быстро. Может быть, все-таки. Ну, 10600, ну не то, что я хотел. Еще 5. 8400, еще 5. Так, 6600. Короче, воин дракона меня, походу, решил жестко слить. Хоть и два потока информации падают, но они закаленные в боях, из-за этого на балике 12000. И мы прямо в начале ролика дохрена просираем. Давайте тогда тронем магический за 2600. Может, он выдаст. Ладно, продаем, открываем еще один. Может, второй попытки выдашь. Да не, ну что? Что за начало видоса, гагдроп? Ну я вот такое прям вообще не люблю. Еще 5 штук на 6000. 4300. Короче, ладно, видос плюс у нас явно не получается начать. Ну, будем пытаться как-то с этого баланса раскручивать, возвращать нашу первоначалку 20 тысяч рублей. И в идеале так-то еще и выйти в плюс сегодня. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также за каждый депозитный рубль вам дают один дракоин. И вы на эти дракоины можете вот так вот покупать яйца драконов. И эти драконы летят определенную дистанцию, от этого вы получаете скинчик. И сейчас увидите, как это работает. Но в идеале долететь до вот 100 тысяч метров. Вот здесь тогда нам упадет прям какой-нибудь жесткий скинчик. А если он где-то посередине, между, так сказать, его остановками упадет, то будет падать не жестко. Сколько ты мне сейчас выдашь? Ну, мне кажется, мало, да. Ну, 66 рублей, я говорю, тут самое прикольное, когда мы уже долетим до какой-то остановки, вот там, по идее, хорошо залутаем. И мне кажется, когда мы всю эту дорогу пройдем, вот здесь тоже уже, по идее, будут лутаться хорошие скины. Ну, я не уверен, то это посмотрим. Может, до 100 тысяч метров сегодня долетим? Ну, ты можешь не крашиться у меня так быстро. Понял, он опять упал. Ладно, продаем. А, ну, кстати, 600 рублей, это уже более-менее. Ну, не то, чтобы, конечно, идеально, но более-менее. Так, у меня 6000 осталось. Давайте тогда по 2500 купим пару раз. Но по 2500 очень медленно летит. Как бы для нас это вообще ни о чем, потому что нам надо еще 20 тысяч метров. Он летит тут, ну, по 100 метров, мне кажется, и будет крашиться. Я же прав? Ну, не, даже, может, дольше пролетит. Так, но в итоге все равно он падает. Ладно, давайте продадим. А вот эти драконы себе оставим на next видос, чтобы у нас их побольше поднакопилось, и мы уже будем покупать по 7000, потому что это куда выгоднее. А еще не есть барабан бонусов, вы можете его первый раз крутануть, если просто регаете по моей ссылочке в описании под видео, а второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халявы тоже можете забирать. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. Нам надо придумывать, как это все дело, которое мы просрали, камбэкать. То давайте карточка за 4000 куда-нибудь вот сюда. Я думал 9500 в моменте, но нет, 958. Я не знаю, меня сегодня гагдроп решил тотально слить. Ну давайте, Бобр Курва, этот кейсик мне обычно выдает. Надеюсь, ты-то... А, ты сегодня меня тоже решил слить. Ну ладно, ладно, понял. 3900, еще 4. Хреново у нас дела, на самом деле. Но вот сейчас более-менее 4200, тут с качествами повезло. А скины все равно говна падают. Просто сейчас повезло с качествами. 6200, ну что-то более-менее пошло. 4400, еще 5 штук. Так, 300, ладно, давайте продадим. На балике у нас 5714 рублей. Но у нас открыты все бесплатки, давайте с них заберем халяву. Если что, пацаны, бесплатные кейсы тут открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Так, АК-47АЗМ, ну тут зависит от качества. Если прямо с завода, то будет стоить достойно. Сколько? Ну, 3600, нормально, да. 3600 для элитного это нормально. Так, ну десяточку мы точно должны уже возвращать. Коробку с игрушками, 1600, отлично. Ну ладно, 11 кусков вернули. Теперь надо вернуть еще 9000. Ну, а в идеале еще выйти в плюс хотя бы на пятерик. Ну, нет, можно даже больше, чем на пятерик. Короче, просто самое главное, хотя бы выйти в плюс. Ну и не слить весь баланс, который у нас есть, потому что начали мы ролик так себе. Ладно, а остальные кейсы обычно что-то жесткое не выдают, давайте их просто быстренько откроем, потому что всю халяву забрать все равно стоит. Особенно в нашей ситуации, когда мы и так уже дохрена слили всего. Так, последний у нас это ржавый. Не знаю, я хочу еще воин дракона покрутить, потому что у меня вот есть вот это вот ощущение, когда какой-то кейс долго не выдает, что ну вот сейчас-то ты, сука, должен выдать. Давайте чисто 3 штучки на 6000.
Давай, ну вот сейчас-то ты, сука, должен выдать. Первое хорошее, второе тоже нормально. И третье хорошее, отлично. 9300 нам падает, плюс 3000 делаем. Так, продаем еще 3 быстро. Может, сейчас еще разочек выдашь? Ну нет, со второго раза уже говно выдал. 3000, сука. Ну и в итоге мы, считай, в нуле остались. Еще 3. Ну, поток информации — это хорошо, но можно было жестче, я считаю. Ну ладно, 7200 это плюс, еще 3. 3800, еще 4 на 8000. Ну что это такое? Ну что ты выдаешь? Ну ты же новый кейс, ну новые кейсы должны хорошо выдавать. 5200, не, короче, вот эти новые кейсы. Ну или мне сегодня жестко не везет, или они реально хреновато выдают. Ну 6100, неплохо, еще 5 штук. Да не, 400, короче, ну ладно, мы попробуем их, конечно, еще пооткрывать, но сегодня они что-то вообще не выдают. Давайте по стареньким пройдемся. А, сейчас карточка еще раз вот сюда. Ну ты, сука, должен был меня купить, потому что я без этого окупа. А, у меня еще Скар Пальма за 6000 откуда-то лежит. А, погодите. Мне кажется, это у меня с прошлого ролика остался, потому что я там дохрена посливал, и у меня что-то оставалось в инвентаре. Так, ну 6000 это хорошо, окей. Тогда знаете, давайте как сделаем? Откроем желтый за 6666 рублей. Можно мне Пантера Онка или топливный инжектор? Пожалуйста, ты отсюда часто падаешь, но вот эти два скина, по-любому мне один из этих скинов падает, отлично! Так, ты стоишь 13400 рублей. Так, погодите, парни, а камбэк-то пошел. Я понимаю, что максимально рандомно, потому что у меня в инвентаре какой-то скарж за 6000 валялся. Но самое главное, что камбэк пошел. Синий за 7777 рублей. А перчаточки или ножик, я знаю, ты и то мне уже выдавал. Нет, снежный вихрь — это не то, что я хотел. Давайте апгрейд до 7777 рублей, чтобы камбэк не то, что мы просрали. 38% шанс, по идее, хороший. Ну нет, апгрейд мне тоже сегодня не выдает, сука! Ладно, хорошо, желтый, еще одну штуку за 6000. Ну это 4000 вроде... А, 2800, понял, 2800, значит. Не пошел у нас камбэк... Ой, куда я нажал-то? Не пошел у нас, походу, камбэк, да, 929 рублей. Да я хз даже что делать, если честно. Ну, мы все, что можно, сегодня уже просрали. Давайте такой апгрейд 15%. Ну, кстати, могли бы выиграть, но ни хрена, на балике 3000 рублей. Давайте попробуем магический за 2628 рублей, посмотрим, как он будет выдавать. Ну, 2010, ну это минус хреново, еще один не могу открыть. Да, какой-то слив просто очень противный, быстрый, без шансов. Я не знаю, с одной стороны классно, да, потому что когда ты хорошо купаешься, а потом все сливаешь, это еще обидней. Но когда тебя без шансов сливает, как будто тоже не то, что приятно. Короче, я пришел к тому, что сливаться в принципе неприятно. Гидра ты мне выдаешь. Ну, кстати, можно контракт сделать. У меня тут еще какой-то ширп лежит. Такой вот нам падает. 500 рублей нам падает, сука. На апгрейд до 2000 вот такой вот шанс 21%. Ну, кстати, вот этот апгрейд вроде выигрываем. Да? Да, выиграли. 2000, значит, выиграли. Ну что, воин дракона, последняя попытка. Если не выдашь, то я, наверное, тебя вообще не буду открывать. Ну, выдал 600, кстати, ладно, неплохо. Так, давайте, нам сегодня желтый уже выдавал, красный за 5555 рублей одну штуку. Можно фальшинг, кровавая паутина. Отсюда выбивал уже раза 2-3 точно. Ну, адское пламя — это маленький минус, это будет 4 с чем-то, да. Можно попробовать апгрейдик до 8000. Но вот если такой выиграем, то у нас реально есть хороший шанс на камбэк. Давай, давай, ну кстати, вроде как, ну докатись, найс, мы выигрываем апгрейд, отличненько. Так, на балике 8700 рублей, и я хочу еще раз красный, потому что я верю, что он сегодня может выдать. Ну нет, ну не код красный надо выдавать, ну не код красный, понимаешь, ну вообще не его. Однокровный, еще одну штуку, ну дай что-то жесткое, ну пожалуйста, я тебя прошу. Ну не так часто о чем-то прошу. Пламя, ну 7200, ладно, неплохо, еще одну. Ну не, ну как гемоглобин, ну сука, ну... Ой, мне сегодня все дорогие кейсы решили слить, сука. Апгрейд до 10000. Ну, если мы, конечно, и это выиграем, я охренею уже. Стой, пожалуйста, стой, пожалуйста! Найс! Подождите! Подождите, а камбэк-то реально возможен. Так, не знаю, мне кажется, надо добивать этот кейс. Потому что он мне до сих пор ничего не выдал жесткого, пожалуйста. Так, пиксельный камуфляж стоит 9600, отлично. И еще одну штуку, окупаешь, и я ухожу. Хутрот, это стоит дорого, 10120 рублей. Мы возвращаем наши 20000 каким-то чудом. Так, хорошо, теперь надо выйти в плюс. Для этого, знаете, что сделаем? Карточка, которую я сегодня весь день сливал, вот так вот. И окупимся на 30 рублей, сука. Но это не то, что я хотел. А если пламя дракон? Ну хотя бы на косарик уйти в плюс, чтобы я просто сегодня понимал, что я заканчиваю видос в плюсе. Хотя на самом деле это ни хрена не плюс, потому что у меня был еще скар за 6000 в инвентаре. Да, давайте тогда попробуем жестче подняться. Не знаю, синий давайте пробовать за 7000. Ну какой дух огня, ну что ты выдал? Ага,
Нормально. Нет, нормально. Ладно, давайте заканчивать видос. Но мы, считай, сегодня в маленьком минусе, если считать наш скар в инвентаре. Но, честно, я про него вообще забыл. И как бы на первый взгляд, я как будто в плюсе. И мне, в принципе, это нравится. Хотя бы я более-менее психологически буду чувствовать то, что я в плюсе. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будьте в хорошем плюсе. А также не забывайте про дракоины, про барабан, бонсы, короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Ну я считаю, за такой красивый камбэк, за такие жесткие апгрейдики в этом камбэке, ну пацаны, с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.